Oh, wow. Десятый. Я в десант не подобью. Одиннадцатый. Вот, вот, допустим, фотка, ну, тут так. Вот это Париж зал, XXL. Вы же, наверное, видели, знаете, что это такое. XXL Париж. Вот две актрисы, которые снимались. Это был цех зал XXL. Пилон был такой. Ну, то есть, короче говоря, снимался клип. Отлично все сняли. Сейчас монтаж. И сейчас новый клип будем снимать. И надо нам, соответственно, подобрать актрису. То есть, там танцевать надо уметь. Обязательно, ну, какой-то уровень базовый должен быть. Это сексуальные танцы, там, стрип-пластика, го-го, тверд, может быть. Если есть умение пилона, это только плюс, как экзотик. Надо потом уверенно себя вести на камеру, то есть разыгрывать любовь. Готово, это я уже понял. Нет, мы ну, все уже давным-давно уехали. Ну, ну давай ты немножечко, ну немножечко сделаешь паузу, и мы уедем. Прекрасный, знаешь, куда на Мальдивы. Или, например, в Дубай. Или, я думаю, может быть, в Сингапур. Там так круто, там так тепло, там так классно, там так уютно. Солнышко, ты чувствуешь, как я замерз на этой студии? Я реально руки ледяные, понимаешь? Надо в Я их согрею, ну пожалуйста. Слушай, что мне сказать режиссерам? Мне требуют от меня клипов.